дизельный с автоматом? Класс! Такую реплику мы услышали от проезжающего мимо владельца внедорожника, когда только забрали Peugeot Expert Tipi. Усаживаясь за руль, первым делом пришлось искать ручник. Его расположение несколько странноватое. Порадовало количество отделений для бутылок и снеков и прочей мелочевки. Над головами сидящих спереди дополнительные шкафчики, как в самолете. Салонное зеркало дополнено еще одним для наблюдения за детьми. Отдельного уважения заслуживают раздвижные окошки для пассажирского отсека. Они не открываются, как форточки, а полностью сдвигаются. Мелочь, но приятная. Торпеда выглядит сдержанно, но нет ощущения утилитарности. Почитателям Peugeot не придется искать нужные кнопки. Все на привычных местах. Панель приборов хорошо читаема и понятна. Расположение коробки передач типичное для такого класса машин. Диапазонов регулировок сидений хватит любому водителю, независимо от веса и роста. В нашей версии, топовой Allure, автомобиль имеет 8 посадочных мест. В базе 9 за счет дополнительной сидушки возле водителя. В наличии все блага цивилизации, включая датчик давления в шинах, ESP, круиз и климат-контроль. Для сидящих сзади отдельные воздуховоды и система кондиционирования. Места на втором и третьем рядах не как в лимузине, но достаточно. Жаловаться не придется, разве что не самый высокий потолок усложнит посадку на последний ряд. В остальном салон просторный и легко трансформируемый. Сиденье можно уложить, частично сложить или выкинуть вовсе, если надо перевести маленького слоника. Места в багажнике хватит для вещей даже в штатном режиме, когда заняты все сиденья. Если откинуть последний ряд, можно легко спрятаться от дождя, созерцая над тем, как пытается устроить свой уголок ваши дети. Вообще снимать Peugeot Expert было весьма нелегко. Главный тест-пилот постоянно влезал в кадр и упрямо не хотел покидать машину с криками «Хочу в автобус!». Не поспоришь, это действительно мини-автобус, пусть и меньший по размерам протестированного ранее Ford Tourneo Custom. В отличие от последнего, французский минивэн резвее и комфортнее. Он откликается на педаль газа куда охотнее Форда с механикой, несмотря на шестиступенчатый автомат, который вовсе не задумчив. 2 литра турбина и 163 силы. Этого более чем достаточно для совершения обгонов. Задняя подвеска пружинная, поэтому даже в незагруженном состоянии корма не подпрыгивает, как у Форда. Чего не хватает Peugeot, чем может похвастаться крупный Tourneo, шумоизоляция. Дополнительную изоляцию мы бы сделали сразу же. В остальном 300 тысяч гривен за мини-автобус с динамикой легковушки, вместительностью маршрутки, расходом хэтчбека и японским автоматом – вполне адекватная цена.